Сегодня глава республики проинспектировал строительные объекты. Михаил Игнатьев побывал на месте будущей развязки по улице Фучика и ознакомился с реконструкцией Московского моста. Руководитель региона интересовало, успеют ли подрядчики сдать объекты в срок. Подробности в следующем материале. Строители Московского моста приступили к самому сложному этапу работ. На площадке уже установили две основные опоры, на новый уровень подняли земляное полотно. Пока подрядчики работают по графику. На опоре номер 8, после выдержки всех технологий, сейчас происходит как раз бетонирование 4-го этапа, триггель, конструкция, и все. Дальше можно класть пролетное строение на опоры. Всего 8 опор, да? 9 опор. 9 опор. 7 промежуточных и 2 крайние. Темпами работ глава республики остался доволен. Движение по первой части нового моста должны запустить в начале следующего года. Мы должны были вот это движение на мосту закрыть. По мерам безопасности были соответствующие предписания. Мы не могли находить источник. На самом деле, с учетом празднования 100-летия образования Чувашской автономии и 550-летия образования города Чебоксары, нам удалось войти в федеральную программу. Мы по распоряжению правительства Российской Федерации данный объект реконструкции Московского моста защитили. И на самом деле, вы видите, объект уже строится стоимостью 1 миллиард 570 миллионов рублей. Возвести вторую часть моста намерены через 2 года. В будущем здесь появится сразу 6 полос по 3 в обе стороны. Они должны разгрузить поток машин. Станет меньше пробок и на улице Богдана Хмельницкого. Строительство новой развязки выходит на финишную прямую. Ввести объект в эксплуатацию намерены до 1 сентября. Но в будущем на этом участке планируют возвести и 2-уровневый путепровод. Это значит расширение самой Богдана Хмельницкого или Фучика. И в дальнейшем то же самое эскизный проект. Это около кольцо не должно быть то же самое. Он тоже 2-уровневую дорогу и входим на тот мост. Тогда по улице Гагарина от северо-западного до Мегамола не будет пробки. В перспективе, отметил Михаил Игнатьев, предстоит начать реконструкцию Сугутского моста. Текущий ремонт уже не дает ощутимого результата. Дмитрий Ковалев, Олег Якимов и Андрей Спиридонов. Республика.